Уважаемые граждане Луганской Народной Республики и Российской Федерации, поздравляю вас с новым 2020 годом. 2019 год стал для нас невероятно богатым на события, последствия которых еще дадут свои плоды в будущем. Это, несомненно, упрощение России процедуры получения паспортов для жителей республик. Вопреки колоссальному давлению Запада и санкциям Украины, нам удалось в очередной раз повысить зарплаты и пенсии. Наши победы на полях минских переговоров, усиление количества и качества интеграционных процессов с Россией. Смогли бы мы достичь всего этого без вас? Без тяжелого труда шахтеров, металлургов, учителей, врачей, работников силовых структур и армии? Конечно же, нет. И все достижения этого года, и растущая экономика, и укрепление нашей республики – это, в первую очередь, заслуга жителей Донбасса. Дорогие друзья, за считанные минуты до нового 2020 года мне бы хотелось сказать вам еще об одном важном достижении. Донбасс прошел проверку временем. Первые 5 лет, проведенные под санкциями, в неопределенности, под прессом лжи и предательства, остались позади. Мы перешагнули период становления, и сегодня мы уже работаем над укреплением наших позиций. Я понимаю, насколько трудным для многих из нас стал этот период. Пока не все надежды и планы, которые легли в основу событий русской весны, мы успели воплотить в жизнь. Но за этот год, несомненно, очень далеко продвинулись в достижении тех целей и задач, которые народ Луганской Народной Республики возложил на руководство страны. Я обещаю, что бы ни случилось, как бы трудно нам ни было, продолжать движение в выбранном направлении. Идти не сворачивая, не ища обходных путей и, конечно, не думая о том, чтобы пойти обратной дорогой. Ведь мы с вами выбрали очень трудный, но единственно верный вариант развития, который обязательно приведет нас к успеху. Я предлагаю нам поднять бокалы за наш успех, за здоровье, счастье и благополучие наших семей, родных и близких, за процветание нашей республики и России. С новым 2020 годом!